По данным ВЦИОМ, в течение минувшего года отмечен рост обращений россиян за платными медуслугами. Так, в частных клиниках побывала треть опрошенных. Почему же коммерческий медцентр становится все популярнее? Об этом мы расспросили самих горожан, чтобы выяснить, где и почему они предпочитают лечиться, и действительно ли они отдают предпочтение платной медицине. Подробности в нашем опросе. Бесплатные. Я раз в полгода максимум, а то и раз в год вообще в поликлинике появляюсь, поэтому ни разу не было никаких проблем ни с очередями, ни с записью. Ну, по крайней мере, консультацию я получаю улучшенную там, платную. В бесплатную чаще. Абсолютно никаких трудностей не возникает. И с маленьким ребенком ходим в детскую поликлинику, и я обращаюсь к терапевту, нет никаких проблем. В основном в частный, наверное. Ну, быстрее там, потому что платно. Ну, очереди меньше, там, то, что вот все быстрее, там, как бы вот, поэтому туда. И так, и так. Очереди. Но когда записываешься, то нормально. По записи. А где нет записи, то плохо. Как показал опрос респондентов, среднее арифметическое число обращений в частные и государственные клиники практически равнозначно. Кого-то не устраивают очереди в поликлиниках и скорость оказания помощи, а кто-то, наоборот, успевает на прием и остается вполне доволен. Однако, по словам участников опроса, проблемы все-таки есть, а значит, по-прежнему имеется потребность в более быстром и удобном обслуживании.